Давай, ловы делай! Делаем волну, как на море. Подожди, не кричи. В этом году жаркое лето. Температура держится от 30 и выше 33. Неделю было до этого, в июне. Даже две. Сейчас июль месяц, 10 июля. Тоже неделя как бы жарковатая. Около 30 градусов, 27, 27. Поэтому бассейн на даче это... средство спасения от жары, плюс место, где могут отдыхать дети с родителями. И танцуем, и поем, подрасываем. Плаваем, большие полны, большие есть полны, большие есть война. Это каркасный бассейн Интекс. Его размер в диаметре 3 метра 666. 3 метра 66 сантиметров. Высота 76 сантиметров. Объем около 6,5 или 7 метров кубических. Набирается приблизительно где-то часов за 6-7 насосом глубинным. Объем воды хватает где-то на 3 недели, пока не зазеленел. Потом я его полностью сливаю, особо химию никакую не применяю. Сливаю на картошку в ряды, все идет на поливку огорода. Либо уже на дне, когда мало остается, погружным насосом ручеек выкачивается, вымывается и заново наливается свежая вода. В процессе эксплуатации очищаю от крупного мусора при помощи насоса циркуляционный и сделаю небольшое приспособление в виде шланга с трубой, который засмактывает весь мусор со дна после того, как покупаемся. Папа, давай уберем лестницу. Сейчас я выступаю на... Этот бассейн уже служит у меня где-то 6 километров 4 или 5 лет. Точно не помню, надо посмотреть.
Конечно, есть процессы эксплуатации небольшие. Он очень образуются уже трещинки, которые достаточно небольшим количеством липучки заклеить и не влияет никак на отдых, на состояние бассейна. В итоге этот бассейн стал семьей для нас. Папа, убери лестницу. Сейчас мой танец. А сам ставим вон кто-то, иди. Стой там. Дельфины, давай! Все, погнали. Это день, этот море день. И песня, души холодное сердце свое. Такая крикуха у меня на даче. Дачница номер один. Раз. Море волнуется. Два. Море волнуется. Три. Морская фигура. На месте замри. Стоит вот циркуляционный насос, который в комплекте шел. Он, конечно, слабый. Желательно поставить песчаные очистки. Ну и с этим насосом можно, в принципе, чистить дно. Сейчас покажу, как я это делаю. Собрал вот такую нехитрую приспособу. В бассейне есть, когда насос работает, забор воды. Вытащил переход, или можно пластмассовый подобрать, который заподлицо вставляется в этот забор воды. И получается у нас, грубо говоря, шланг. В конце обычный наконечник полиуретановый. И когда эта вся система тянет, здесь хорошая тяга собирает мусор через фильтр. И на вход в бассейн тоже стоит фильтр грубой очистки, добавил, чтобы уже, если мусор какой-то все равно бывает, через фильтр проскальзывает, чтобы уже сюда в бассейн не возвращало. Сейчас покажу, как оно. Прежде чем подключать систему, нужно избавиться от воздуха, который находится в шлангах, чтобы не было завоздушины нашего фильтра и насос продолжал свою работу. Все, подключаем к нашей системе. Скопившийся мусор на дне, проходимся,
Где-то что-то плавает здесь, мактур. Весь мусор, который сядет на дно, его потом можно, в принципе, недолго это подобрать. Я сегодня в бассейне. Это мой дельфиненок папа. Я сегодня веду не одна. Подписывайтесь на канал. Сегодня вас ждет очень крутая надежда. Так что выписывайте лайки, если хотите. Присоединяйтесь к нам. Всем привет. Давай, давай, делай большие волны. Чисти. Я сейчас с вами поговорю, пока бассейн чистится. Мы в бассейне ведется такая штучка, которая можно повесить в бассейн. Ее засасывается, только главное, нельзя подавать эту штуку вверх, потому что вода воздух засосется, и этот насос не будет работать. И когда вы захотите с кругом проплыться, скорее убирайте в этом бассейне лестницу, потому что круг может зацепиться, порваться. Теплая стала. Еще! Еще! Вот, ты сама хорошо не сделала. Вода какая теплая стала. Чао на мощнее. Шторм! На море шторм! 10-бальный шторм! Тонут даже крупные корабли! Закрывай, а то захлебнешься. Давай еще сделаем. Давай еще пошивом не делаем. Папа, помогай мне делать волну. Помогай еще большую волну сделать.
В этом году жаркое лето. Получается, второй раз вот меняю воду в бассейне. Я не использую принципиально никакую химию. Вода с бассейна поливается. Картошка по рядам пускается. И польза для растений. И также я считаю, что объем небольшой, 6-7 кубов. Проще почистить, помыть и набрать свежей воды. Ее хватает на 2-3 недели при такой температуре, которая 34-33, не ниже 30 градусов целая дека. Выкачиваю основной бассейн, пускаю через отверстие, через шланг по рядам, и дополнительно еще пускаю ручейком, выкачиваю воду, поливаю огород. Остатки внизу, то что остается, заливаю бочку, включаю ручеек и остальную часть подчищаю, выбираю со дна. Смываю бока, остаются все равно участки с зеленью, чтобы вода не быстро потом зеленела. Лучше ополоснусь, еще раз полосну дно от остатков зелени и потом нальем свежую воду. Все обмыли от зелени. Сейчас еще эту грязную воду откидываю, споласкиваю, еще раз откидываю. Там есть два небольших отверстия, покажу, чем я их заделываю. Не критично, даже при больших объемах. При эксплуатации 4-5 лет материал уже свои свойства чуть-чуть теряет, где-то получаются переломы, изгибы. Пока. Вот наш бассейн. Очистили. Сейчас покажу, где есть. Вот. Чем хорошо, когда моешь. Видно, вот видите, небольшое или расхождение. Вот такую вещь проще всего заклеить строительной липучкой. Маленький кусочек, который никак не повлияет. И вот у меня второе отверстие. Мы даже можем отсюда взять.
Тоже здесь небольшое отверстие. И вот таким вот способом заклеиваем. И все, ничего, никуда она уходить не будет, вода. Все, сейчас набираем воду и выравниваем дно. И наш бассейн будет опять свежим в ближайшие 3 недели. Чтобы дно было без складок, в самом начале набираем небольшой уровень воды и немножко ногой помогаем, растягиваем дно, убираем складки. В дальнейшем оно уже под давлением само борта натянет и еще даст натяжку на дно. Времени прошло 1:40, у нас закрылось дно. Ну, если так взять по плиточкам, 1, 2, 3, 4, 5, 6 плиточек набралось, 6 плиток за 1:40. Если взять таким же темпом, ну тут еще дно, вода такая свеженькая. Все наберется и объемом натянет стенки. Дно у нас ровное. Хорошее.